21 ноября в России отмечается День судебного пристава. Глава муниципалитета Андрей Иванов поздравил сотрудников Одинцовского отдела судебных приставов с профессиональным праздником. Пятерым из них он вручил благодарственные письма. Глава округа подчеркнул, что благодаря добросовестному труду судебных приставов пополняются бюджеты всех уровней. А от этого зависит бесперебойная работа всей бюджетной сферы.